40-летняя Виктория Бонни отправилась в Китай на открытие первого бутика ювелирного бренда Роберто Браво. Презентация коллекции прошла в городе Тяньцзинь. Инстадива появилась на мероприятии в роскошном образе. Она надела эффектное черное бархатное платье в пол с длинными рукавами. Соблазнительности наряду придавал головокружительный разрез, благодаря которому были видны стройные ноги звезды. Завершением ее образа стали роскошные украшения Роберто Браво. Ура! Теперь бренд представлен и в Китае. Сегодня было открытие и презентация коллекции в городе Тяньцзинь. Поздравляю команду с очередным достижением и горжусь быть частью команды. Написала Виктория в Instagram. Поклонники восхитились новым образом Бонни. Ты самая красивая. Сделать самый макияж, прическу. Так у тебя красиво получилось, какая же ты шикарная, смотришь и никак не можешь насмотреться. Супер, очень красивая Вика. Бренд, который чарует каждым своим изделием. Вы действительно как никто другой достойны представлять это великолепие. Написали фолловеры. Недавно Виктория Бонни пожаловалась в Китае на катастрофическую усталость. Звезда заявила об асимметрии лица. Она поддержала Викторию Лопыреву в конфликте с Ксенией Собчак.